К другим темам. Производительность труда должна ежегодно расти минимум на 5%. Это цель одноименного национального проекта. Чтобы ее достичь, с предприятиями работают специалисты регионального и федерального центра компетенции в сфере производительности труда. Они совершенно бесплатно подсказывают, что и как можно изменить предприятие в производстве, чтобы вывести его на новый уровень. В первую очередь это повышение выработки, сокращение протекания времени производственных процессов, это сокращение производственных затрат и, соответственно, увеличение качества продукции выпускаемой. Нацпроект зашел уже на 45 предприятий области, одно из них по производству овощей. Организация будет сотрудничать с центром компетенции 3 года, а итогом должно стать увеличение производительности труда на треть. Первые шаги уже сделаны. Диагностика потока производства огурцов показала проблемы предприятия с транспортировкой. Делалось большое количество рейсов. Это увеличивало время доставки готовой продукции на склад для дальнейшей огрузки. Поэтому мы попробовали применить метод вывоза, скажем, паровозом готовой продукции с самих блоков. Соответственно, такая ситуация была на вывозе удобрений и по вывозу гофротары. Мы можем сказать, что среднее время протекания процессов при производстве огурца сократилось на 40% с 57 минут до 35. Я считаю, это неплохой показатель, который позволяет освобождать рабочие силы, рабочие часы, которые могут более эффективно перенаправлены на другие направления деятельности. Следующий этап – изучение потока производства помидоров. 3 года – это максимальный срок совместной работы с Центром компетенции по нацпроекту. Чтобы специалисты зашли на предприятие, достаточно оставить заявку на сайте производительность.рф.